И вот про Путина отдельная история. Тоже вот она смешная, да, если бы она не была такой грустной. Почти 20% рост, одна из таких лучших динамик вот в новом бюджете, это рост расходов на функционирование президента Российской Федерации, вот этого самого, которого вы хорошо знаете. И в следующем году более 24 миллиардов рублей составят расходы по строчке, которая называется «Функционирование президента России». Ну вот, меня часто просят, ты, говорит, когда какую-то цифру в эфире называешь, там люди же не знают, да, там, ты вот дай что-нибудь для сравнения, значит, чтобы было осязаемо видно, вот как дорого нам обходится вот этот самый хорошо вам известный президент, да. Ну и вот мы решили такой график для вас сделать. Мы решили сравнить расходы на функционирование президента России с бюджетами довольно крупных российских городов. Не миллионников из первой десятки, но вот такой следующий, значит, как бы список городов, где живут по несколько сотен тысяч человек, чтобы вы убедились, вот вы видите этот график на экране, да, вот функционирование президента нам обойдется в 24 миллиарда рублей в год, а вот мы сравнили это с бюджетами крупных городов по всей стране, да, вот Иркутск, например, бюджет 21 миллиард. Владивосток тоже 21 миллиард, Волгоград чуть меньше 21 миллиарда, Хабаровск 19, Ярославль 18, Саратов тоже 18, Воронеж пресловутый, хорошо вам известный по разным интернет-мемам, тоже 18 миллиардов, Махачкала, ей вообще не повезло, меньше 9 миллиардов рублей, 9 миллиардов рублей бюджет Махачкалы и, соответственно, почти втрое больше тратится на содержание вот этой морды, заплывшей ботоксом, которая называется у нас президент Российской Федерации. То есть у нас вот на содержание вот этого деятеля уходит больше денег, чем бюджеты весьма крупных российских городов, таких как Владивосток, Волгоград, Саратов, Воронеж. Одно вот это рыло нам обходится дороже, чем бюджет целого огромного города. Понимаете? Вот какая история получается, да? Вот у нас название передачи «Где деньги?», да? Вот и очень часто вот один из самых популярных вопросов, где деньги взять на то, где деньги взять на это. Вот вы предлагаете там медицину и здравоохранение, значит, и образование увеличивать финансирование. Где вы деньги возьмете? Ну вот мы сейчас вам покажем на нескольких точках. Вот точка номер один – функционирование президента Российской Федерации. Вы можете представить президента Навального, на содержание которого уходило бы 24 миллиарда рублей в год? Ну, это же бред, конечно. Просто бред, да? Вот мы это все просто сразу вычеркнем. Это вообще не нужно. Я думаю, вы видели многие развитые страны, где президенты там на велике на работу ездят, да? Живут скромно, без всяких вот этих огромных там супердорогих резиденций, охраны, значит, какого-то невероятного VIP-обслуживания, как будто он миллиардер, да, создал какой-то успешный бизнес и заработал, и вот наслаждается роскошью. Единственный бизнес, который Путин создал, это воровской бизнес по ограблению своей страны, России и ее граждан. Он за это не 24 миллиарда в год должен получать, а он за это в тюрьме должен сидеть и будет сидеть. И вот, собственно, вот первое, то, что называется, лежащие на поверхности, где взять деньги на то, где взять деньги на все, вот просто отбираем. Вот эти 24 миллиарда, они вообще не нужны. Просто не нужны, да. Вот это просто выкидывание денег на помойку, денег, которые собираются с вас. Как мы уже здесь вам показывали, примерно 70% консолидированного бюджета России – это наибольшая доходная статья. Это налоги, которые вы платите, граждане России, из своих карманов. Налоги на зарплату, налоги в составе товаров и услуг, налоги на имущество и так далее. Это две трети консолидированного бюджета. Вот эти вот пресловутые нефтяники и газовики дают там четверть в лучшем случае. Да? Вот. А основное наполнение бюджета даете вы, а вовсе не какие-то, значит, нефтяные и газовые скважины. И вот у вас деньги забирают, направляют на это ботоксное рыло и направляют столько, что... Еще раз, это дороже обходится, чем содержание очень крупных российских городов. Привет Иркутску, Владивостоку, Ярославлю, Воронежу и вот прочим, кого вы видели, да?